Одни люди, им настолько сложно в жизни реализоваться, и одни люди делают шаг вперед, пять назад. И есть даже понятие такое среди людей, говорят люди, вот у иудеев есть, я знаю, вот среди некоторых национальностей, вот у армян есть такое высказывание, среди очень религиозных людей есть такие высказывания, которые буквально звучат так: ничего не получается, потому что Бог тебя не любит. Знаете этот анекдот, когда облака разошлись, и Бог вышел и говорит: ну не люблю я тебя, мужик, не люблю. И есть некая такая настройка, о которой я сегодня вам расскажу, выполняя которую, можно настроить себя на состояние, при котором Бог человека начинает любить. А что такое, когда Бог вас любит? Это везет во всем. То есть вы ходите на улицу, такси ваши. Везение в том, что там к вам лучше относятся, дети вас любят, здоровье улучшается, ногу не ломаете, там всегда есть на стоянке у вас там место, легче жить. Каким образом это, как выполняется такой метод и как его использовать? Вот если утром представлять, то на протяжении одного дня, если утром представлять, везение и успех. Если представлять на протяжении года, а потом не представлять, то еще год действует. Если представлять 2 года, то потом 4 года действует. Если представлять это 5 лет, то потом 10-15 лет это действует. Что необходимо представлять? Я сейчас вам расскажу. Выполняется такая эзотерическая практика с настройкой на вот этот успех, с легкостью, и выполняется она за 4-5 секунд. Что необходимо представить? Необходимо представить, будто тот мир, в котором вы живете, это большой костер. Представляете, будто этот мир, в котором вы живете, большой костер, и вы в его лучах этого костра должны почувствовать тепло. Прямо сидите, представляете, будто перед вами большой костер в темноте или с открытыми глазами. И представляете, будто вы греетесь возле этого костра, и вам тепло. Тепло, хорошо, приятно. Если выполнять такую практику, то на протяжении дня будет вести в жизни. Как хотите это воспринимайте. Так человек привлекает в свою жизнь успех. А греться в лучах солнца обозначает получать этот успех в своей жизни.